Всем привет, друзья! Начнем контент И делать. вот настал новый Усаживайтесь день. поудобнее с чаем и печеньками. С утра, либо ночью, но я играю ночью, как раз чтобы получить полный эффект от амнезии. Прекрасная игра и прекрасное состояние. Так, 10.02.29. Посылка из Бешара. Доставлена ДЖ Небу. П Небу. Получена Элла... Ротбауру, 4 бухты сизалевого каната, 1 бачок арманьяна, ящик с медикаментами, так, 4 ящика с свиной солонины, 4 мешка угля, ящик лука, 2 чушки чугуна, так, бочонок с литр, коробка вареная. Ну-ка, подожди. Ну-ка. 12 мешков овца. Фасоли, персик, абрикос, финик, изюм, депеша сержанту. Ага. Здесь больше ничего нету. А пониже? Только одна. Не помню это место. Пахнет смертью. Пока вот день, пошастать еще можно. О, снаряд сделать. Сера, селитра, уголь. Состав пороха. Нам снаряд надо сделать. Одна мера порошка серой, одна мера измельченного угля и 8 мер селитры. Серу можно также выпарить из серной мази, которая хранится в медикаментах. Не идеальный вариант, поскольку смесь может вести себя непредсказуемо. Но все же лучше, чем ничего. Уточнить можно у капрала Хадира. А, смотрите, здесь куча... Так, здесь... Так, что здесь? Селитру я заказал удубление. Я не для вашего пороха. Она теперь у меня здесь и останется. Закажите себе сами. Делакруа. Ага. Так, вижу спички. А здесь что у нас? Разгрузка припасов 10 февраля. Легионер Дюге, легионер Деразье, легионер Биланжер. Внимание! Прежде чем перенести груз в главное здание, убедитесь, что капрал де Лакруа на месте. Квартирмейстер должен неизменно присутствовать при проверке груза. Не оставляйте коробки на солнце. Да, это нельзя делать. При использовании смазать лезвие. Не для металла. Песочком все занесло уже. Очень даже ничего, неплохо освещает. Так, что там? В случае нехватки припасов обращаться к капралу Хадиру. Нет, ну конечно, дверь это будет закрыта. Это что такое? Там есть что-нибудь? Нету? Нету внутри. Кто здесь делал эту подставу? Shit. Черт.
А чё ты пугаешься? Ты чё, не видела, что ли? Я ж тебе сам сказал, вот. Получается. А он все равно не лазит так. Хороший арбалет. Ну, блин, здоровый слишком. Куда такой арбалетище? Или какой был? Инструменты не брать. Нифига себе молот. Так, три спички заберем. Так, не селитра, уголь нужен, да? Аккуратнее давай. Я в бешенстве просто. Готово. Угольный порошок, уголь замеченный в арсенале. Так, один готов. Так, что там? Одна мера порошка серы, одна мера измельченного угля и 8 мер селитры. Где все остальное я должен взять? Здесь вот, например, нету ничего. Mother of God. Ты святая матерь. Что здесь произошло? Ё-моё! Да что за хрень? Вы серьезно? Жесть какая-то.
Кефель. Осторожно, путешествие. Какая-то растяжка. Some sort of trap. А. Граната, да. Вижу, вижу. Возможно, это не самая лучшая мысль. А что ты предлагаешь? А мы должны перепрыгивать или... Может, доску какую-то возьмем? Есть доски? Но досок-то нету. Ого, падать-то не очень. Фух. Держи себя аккуратно в руках. Слышишь? Это же надо было. О, это урна, это египетская. Эй, тихо. Можно я тебя? Как там? Во. Какая-то рисовка. Аккуратно. И сюда аккуратно. Что здесь у нас? Тем, кто придет после нас, я потерпел фиаско. Мы попытались погибнуть на зло, но эти бесы не дадут нам этого сделать. Крики не стихают. А, я не могу их заглушить, я не могу их вынести. Они мучают моих людей, как жестокий ребенок щенка. Наслаждаются от страданий и наблюдают в это время за мной. Эльдерик постоянно выкрикивает мое имя. Гарднье больше не дышит, счастливчик. Самоубийство – грех, но Господь нас оставил, и я не доставлю тем тварям такого удовольствия. Таковы мои принципы, и смерть я встречу на собственных условиях. Молю, не раскрывайте Аурелии обязательства нашей кончины. Скажите, что мы отдали жизнь во имя какого-нибудь великого и благородного дела, и что таким отцом, как я, можно гордиться. А она не заслуживает этой горькой правды. Сыне Део, капитан Агюстен Лефевн. Угу. Ручка. Зубки. Медикаменты. Серная мазь превосходна. Так.
Ауданин. Универсальные лекарства для всей семьи. Настойка опия. 2 грамма опия на унцию. Взрослым 25-30 капель. До 14 лет 1-2 капли по числу лет. Противопоказаны детям в возрасте до 1 года и беременным женщинам. Возможный побочный эффект, нарушение дыхания, болеутоляющее, успокаивающее, снотворное средство, токсичен в высоких дозах. Ага. И вот, блин, она беременная, и нельзя этого. Что ты делаешь с собой, девчонка? Забросить не можешь, что ли? Представляете, он не... она не может. Че боишься? Я боюсь. Ну-ка. Ну, что ты? Не хочет и все. Как я должен выйти отсюда? Нет, выйти я не могу. Так, а ключа-то у меня нету. Не надо, не хочу смотреть. Так, а, целебный след на основе серы арсенала, настой копия. О, полегче. Ее прям, ну...
Это сюда? Так, отлично, добавилось. Просто я... Цельная средственная основа серы из арсенала. Целебная. Масляные лампы. Рация. Так, кольцо. Так, копия. Масло, 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 лампы. Так. Что нам надо? Напоминание. А, все здесь. Итак, у меня есть селитра и уголь. А. Селитра и уголь. Порошок серый. Серная мазь. А где я должен выпарить ее? Да, я должен выпарить ее. Да, вот эту мазь останется сера одна. Долго будет готовиться? Да, есть. Так, забираем. Не зря я зажигал здесь, это хорошо. Здесь не остались спичек там. Так, вроде бы что-то вышло. Я даже все пальцы пока на месте. Пожары, пора рискнуть, попытать ей удачу. Малява. Кто это, детка? Киса? Лев? Лев, наверное. Красный. Пушистый лев. Я хочу посмотреть, что здесь. Здесь же как мишень была. Да, мишень была. Тут такая. Got to load it first. Нужно сперва зарядить. Ну-ка, подожди. Так, да, вот так, потом закрепить. Угу. Опа, разрядили. Разрядили. А вот сейчас бы я не отказался вновь видеть то существо. Заряжаем. Там могло и пойти не так. А, ну да, все. Сейчас жахнем. Вау! Ой, не успел. Охренеть.
Дыхание сбивается. Алис? Алис? Little one? Крошка? Что случилось? Ягодка? Подавилась, что ли, или что? Ну не молчите. Что за фигня? Я должен переживать за девочку эту. Опять какая-то хрень происходит. Кровь. Черт. Кто? Черт, что-то больно. Господи, малютка. Давай, давай. Ты что, не можешь справиться? Мои ребра. Чувствовали, как она сломались. Но теперь не сломаны? Что за черт? Как ты там? Непонятно. Где-то там что-то вода какая-то. I'm sorry, little one. Прости, кроха. I hope I haven't. Надеюсь, ты в порядке. Черт побери. God damn it. Ага, чувствует. Но эти не открываются. Так, посмотреть я ничего не могу. Крышка тоже не открывается. Господи, надо отсюда выбираться. Хрени. Ну а чё? Пойдём. Вот это радость, лазить здесь. Сейчас я не смотрел бы туда еще. Кто-то там лазит. What? Что? Это ты? Я тебя чувствую. I can feel you. Ты пинаешься. Hello.
Привет. Привет, детка. Надеюсь, ты в порядке. Не волнуйся, мы с тобой вернемся домой. Когда ребенок пинается, можно удостовериться, вряд ли, все ли в порядке, чтобы снизить уровень страха. Это хорошо. Так, маслица. Чтобы продолжить исследование, нам придется соорудить леса. Понадобятся веревки и древесина. Полагаю, где-то на глубине в стенах есть брешь. Уровень воды быстро был гораздо выше. Мы увидим, как через нее проходит свет. А, то есть вот он. Так проходит путь, да? Получается лестница. Мы идем налево. Потом снова налево. Прямо. И налево снова. Короче, постоянно налево. Тянем и сюда. Вот так. Тихо, не ори. Давайте, друзья, на этом остановимся, и в следующей серии мы продолжим. Оставляйте комментарии. Лайкосы, абрикосы, дизанкосы. Комментарии свои, друзья. Оставляйте. Как вам игра? Нравится или нет? Ой. Ты какой-то кто-то такой, не знаю кто, но... Постоянная, да? Они же не будут исчезать? А, это надо вот это пройти, понял. Ну вот, друзья, на этом остановимся как раз. Всем спасибо большое, что были со мной. Всем пока.